Приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Ты скажешь, где ты находишься? В парковке. Я-то, блин, раньше вас водил заблуждением. А в принципе, я не водил заблуждением, потому что здесь парковка есть, но купить нельзя, потому что еще до конца не оформлено. Но в любом случае, например, снять вы можете. Это у нас жилой комплекс Москва. Посмотрим сегодня классные, интересные квартирки. Ну и, конечно же, вот меня единственное, что останавливало подкупки квартиры в данном доме, это отсутствие подземного паркинга. Но, во всяком случае, для меня это очень было важно. Очень было важно. А сейчас я зашел, посмотрел, посмотрите, да, как бы парковка довольно-таки интересно, все сделано. Кстати, можно взять в аренду 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, кто во что горазд. Во всяком случае, в парковку здесь можно. Подземный паркинг – это всегда круто. Также есть здесь открытый паркинг, также сделали детскую площадку, игровую площадку. Все, как вы любите. Самое интересное, конечно, вот такие места, где можно поставить два автомобиля. Я бы, наверное, заморочился. Или, например, мотоцикл тот же самый, да? Тоже, посмотрите, да? Удобно сделано. Вот что-то такое подобное я бы себе хотел бы. Здесь, видите, как где-то сделали навес, где-то сделали. Круто как бы, ну, нормально. Во всяком случае, я знаю, что скоро здесь появятся те самые парковки в продаже. И на самом деле здесь, знаете, сырости нет, все хорошо. Также вы видите, что здесь также можно было сделать те самые рольставни. И тоже это большой и огромнейший плюс. В общем, парковку снять можно без проблем. Парковки здесь начинаются по цене от 7 тысяч, в зависимости, какое парковочное место вы себе выберете. В целом, как бы, вот, например, лично для меня, это сейчас очень весомый аргумент для того, чтобы можно было рассматривать данный жилой комплекс. Потому что это тот самый единственный жилой комплекс, где остались хорошие большие квартиры, хорошие большие планировки. Это действительно очень круто. Посмотрим, давайте, квартиры. Конечно же, здесь имеется в том числе и придомовой паркинг, тоже можно сверху ставить. Ну, не знаю, я бы, наверное, если бы в этом доме жил, постарался бы либо забронировать, ну, например, тот же самый предварительный договор переоформить, либо все-таки снял бы от собственника. Здесь какая штука? Дом ввели в эксплуатацию, все, но парковку еще вот отдельно выписки не получили. Поэтому купить парковку здесь как такового не получается. Но у людей, у которых есть предварительные договора с застройщиками, которые бронировали те самые парковки, их выкупали, в принципе, у них можно снять в аренду на законных основаниях. В принципе, придомовой паркинг тоже довольно-таки большой. Все хватает. Здесь еще хотя есть с другой стороны. В целом, я думаю, данный жилой комплекс теперь можно рассматривать. Знаете, локация решает. Этот дом построился по федеральному закону 214. Это хороший, безопасный объект. Да, есть моменты, есть нюансы. Но локация решает. Да-да. Знаете, 390 тысяч рублей за квадратный метр. 390. А некоторые из вас покупают бытку по 500. Да? А некоторые даже по 550. А некоторые по 600. А некоторые покупают кислород черновой, да, за 9,5 миллионов рублей за 22 квадратных метра. А некоторые покупают 18 квадратных метров в Сочи парке за 10,5 миллионов рублей. Понимаете? Вы понимаете, к чему я клоню? К чему я клоню? Вот эта квартира на 15 этаже 120 квадратных метров. Соответственно, планируется довольно-таки интересно. Вот здесь у нас, по идее, должна быть постирочная, здесь большой санузел. Вот здесь это одна спальня, вторая спальня. Конечно же, окна. Везде, ребят, монолит, да? Кто-то сейчас заплакал с северного склона Бытхи. Говорит, нифига себе. А что, так можно было? Да, ребят, представляете себе, так можно было. Можно было полностью дом сделать монолитный. Да, и до моря 250 метров. Это у нас жилой комплекс Москва, тебе на А. Это объект, который построен по федеральному закону 214. У меня здесь живут знакомые девочки в полтинниках, да, в 50 квадратных метров. 50 квадратных метров примерно вот такая вот. Это у нас полтинник. А это у нас получается все вместе 120 квадратных метров. Две спальни делается. В крайнем случае можно сделать еще одну спальню, да, если вдруг кому-то нужно, да, побольше. Еще один санузел делается, кухня делается. Ну, все, как вы любите. Да, есть еще момент. Вот видите, вот здесь у нас единственное место, где у нас, соответственно, в пол можно делать окна на законных основаниях, потому что это у нас единственная часть, которая не монолитная. Что касается вида, конечно же, вид на море, вид на Покровский парк. У нас там ТПУ поставили Покровский парк, потому что они вечно
без света, знаете, как бы, можно было назвать не Покровский парк, а Крым наш, серьезно говорю. Вот здесь мы с вами видим не что иное, как балкон, с балкона тоже можно выйти, все посмотреть и так далее. 15 этаж, в целом все хорошо, все прекрасно. Здесь, соответственно, у нас вид идет на соседский дом, который стоит в полтора раза дороже за квадратный метр. Поэтому на этом фоне я считаю, что данная цена за квартиру, да, как бы более чем адекватная. Но согласны же? Согласны. Хорошая, классная квартира, теневая сторона, и тем самым здесь не будет такой жаришки. 120 квадратных метров. Данная квартира стоит 47 миллионов рублей. И кто-то из вас скажет, что это дорого. Ребят, серьезно что ли? Мы находимся в центре, это низ Светланы, в доме, где есть паркинг, в доме, где низкие коммунальные платежи. Вы знаете, что, например, на северном склоне Бытхи обслуживание стоит 77 рублей с квадратного метра. А знаете, что вот в этом жилом комплексе обслуживание стоит 50 рублей с квадратного метра. И вы знаете, что в этом жилом комплексе жить дешевле, чем в большинстве других жилых комплексов категории эконом, которые находятся черт знает где. Знаете или нет? А я говорю, это так. Поэтому перед тем, как написать какую-нибудь глупость, перед тем, как написать какую-нибудь чушь, вы немножко задумайтесь. Да, видите, здесь многие стеклят. Кстати, здесь также можно застеклить балкон. И мне нравится тем, что это нормальная полноценная площадь 120 квадратных метров, где целая куча окон. Если, например, мы возьмем ближайших конкурентов, а это у нас, что мы с вами возьмем? Как вариант. Мы можем с вами предположить, что можно за эти деньги взять, например, Первомайку. Вы, ребят, извините, в Первомайке в 100 квадратных метров будет всего лишь вот такие два окна. И там вы ничего не распланируете. Здесь же раз, два, три, четыре, с той стороны пять, шесть окон. Делайте все, что вашей душе угодно, понимаете? Есть один нюанс. Здесь высота потолков 2,80, не 3 метра, 2,80. В любом случае, как бы такое ощущение, что высота потолков смотрится гораздо выигрышнее, чем, например, в том же самом жилом комплексе «Сокол», который тоже, на секундочку, будет дороже. Например, за 47 миллионов рублей в «Соколе» вы можете купить всего лишь 88 квадратных метров. И будет до моря дальше, и до школы будет дальше, и до набережной будет дальше, и зелени будет меньше. А здесь захотел – пошел в дендрарии, захотел – пошел на набережную, захотел – пошел во все тяжкие. И это высокий этаж. Здесь действительно очень круто, все хорошо сделано. Мне в последнее время этот дом начал нравиться. Во всяком случае, я себе бы этот дом бы рассмотрел бы пока в первую очередь. Я серьезно говорю, в первую очередь бы рассмотрел. Конечно же, есть 55 квадратных метров, популярная квартира в этом доме. Чем меньше площадь, тем ниже цена. Например, у меня знакомая девочка купила такую квартиру, довольная, конечно, просто довольная. И, соответственно, она сюда переехала с жилого комплекса «Сокол», потому что ей в «Соколе» невозможно было гулять, там, например, маме пешком. Автобусы там не ходят, да, в жилом комплексе «Сокол» ничего не ходит. Хотелось поближе к пляжу и так далее. Эта квартира, конечно же, она стоит как бы недешево, она стоит 33 миллиона рублей. Но опять же, относительно чего? Относительно как бы Соболевки, да, недешево. А если мы с вами, например, возьмем для интереса северный склон Бытхи, то там цена примерно такая. Да, здесь есть небольшой срач, здесь с вами согласен, тут даже и разговоров не может быть. Вот такой вот балкон. Здесь, кстати, уже крышу делают, уже все. Это у нас высокий 15 этаж. Такой же у нас останется вид. Вы сами можете сориентироваться, где мы с вами находимся. Это у нас курортный проспект. Соответственно, чуть дальше у нас уже сразу море, в принципе, ровно поверхность, можно и пешочком, в общем, и вся коммерция в этом доме имеется. Это у нас жилой комплекс «Москва». Это все, это уже финиш. Здесь, чтобы на секундочку, старт продаж апартаментов от 800 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь же мы с вами видим хорошую, нормальную, полноценную квартиру, в принципе, недорого. Вы заметили, что шума от трассы нет? А знаете почему? Потому что этаж высокий. Вот если вам хочется прям жить с потрясающим видом, но при этом, чтобы не было лишнего шума, берите как можно выше этаж. Это 15 этаж. И здесь действительно все хорошо. Хорошая, классная квартира, но опять же, да, здесь у меня есть предложение с ремонтом еще 88 квадратных метров за
46 миллионов, ее тоже, может быть, отдельным видеороликом сниму, потому что ту квартиру я конкретно под клиента ищу, а это просто для всеобщего обозрения. Хорошая квартира, везде монолитные стены, и, конечно же, многие жилые комплексы, которые сейчас позже построились, они просто нервно курят в сторонке. Да, конечно, когда здесь делают ремонт, здесь в том числе меняют окна, бывает стеклят, все что угодно можно сделать, это уже на вашу фантазию. Самое главное, с левой стороны вы кого не слышите, и с правой стороны вы тоже никого не слышите. Это, наверное, самое важное, что есть. Хороший вариант, серьезно. 33 миллиона. Видовая квартира. Таких квартир-то уже черновых и не осталось. Да, кстати, кто-то говорил про коридоры и так далее. И так. Ну, посмотрите, да? Тут реально можно в теннис играть, в бильярд можно играть. Да, может, плитка не такая современная, но смотря с чем все сравнивать. Но здесь нету этого эффекта общежития. Здесь очень много лифтов, здесь ты в лифте не стоишь. Хорошее место как для сдачи, так же и просто для жизни. Я еще раз повторюсь. Если вдруг кто-то хочет законный объект поближе к центру, по федеральному закону 214, чтобы был построен, то, извините, у вас особо и вариантов-то и нет. Сейчас покажу, кстати, вам еще одну квартирку. Я думаю, вам она понравится. Эта квартира, соответственно, без панорамного окна. Но, по большому счету, можно здесь также сделать в пол, да, вот эти блоки не препятствуются. Цена такая же, как и в предыдущей квартире, 33 миллиона рублей. Ну и, конечно же, она такая же видовая, такая же интересная. Не знаю, нужно будет окна в пол? Окна в пол сделайте. Ну, кстати, вот здесь окна не в пол, и здесь прохладнее. Прям зашел, и знаете, прям все. Это, кстати, уже все, финиш. Поэтому, если вдруг низкие этажи, они сейчас смотрят вот этот апартаментный комплекс с торговым центром. Это уже все, крыша, видите, поребрик делают, это все, это уже крыша. Поэтому здесь такой же вид у себя прекрасный и останется. И камера, конечно же, у меня немножко искажает, но поверьте мне на слово, вид просто бомба. С таким видом вы вряд ли что-то сможете купить законное в данном районе. Теперь, что касается цены. Ценник нормальный, адекватный, да, это квартира 1 плюс 1. Соответственно, помимо всего, здесь имеется в том числе и балкон. Балкон можно при желании застеклить, можно не застеклять, как вашей душе будет угодно. Ой, нифига себе голубь, птицы мира, ё-моё. Мой гусь тоже войны не хочет. Рядышком дендрарий, рядышком набережная, рядышком всевозможные рестораны, ночные клубы. Все, как вы любите. Ну, реально, все, как вы любите. Еще раз повторюсь, кто-то за эти же деньги покупает себе не что иное, а как северный склон Бытхи. Попробуйте с северного склона Бытхи дойти до моря и отсюда. Ну, вы понимаете разницу? Здесь школа есть, да, рядышком 24-я школа, да, опять же, до любой школы здесь можно легко добраться. С этой локации вы можете каждый день гулять до парка Ривьера туда и обратно. Ну, серьезно, здесь до парка Ривьера, там, не знаю, 1,5 километра, не больше. Поэтому, блин, я не знаю даже, что вам сказать. Я не знаю, почему вы не хотите покупать себе лучшее из лучших, почему вы всегда берете и покупаете из худшего самое худшее. Я не понимаю. Хотя нет, у нас же есть волшебная ипотека. Ну какая ипотека может быть волшебная, да, если все равно дается всего лишь 6 миллионов рублей? Да, это продажа идет от физлица, здесь полная сумма в договоре. Все, как вы любите. Хороший, классный монолитный дом. Сейчас покажу классное предложение, от которого вряд ли сможете отказаться. Здесь даже цену даже не буду озвучивать, потому что она еще дешевле стоит, чем черновая. Ну давайте скажу, она стоит дешевле, чем 400 тысяч рублей за квадратный метр. Притом предчистовая отделка. Это у нас 7-й этаж. Квартира 120 квадратных метров. И, соответственно, здесь, видите, уже вся такая работа сделана. Это у нас постирочная. Здесь должна быть стиральная машинка. Здесь должна быть такая стиральная доска. Ну, такая стиральная доска, которая настоящая, а не то, что вы подумали. Соответственно, здесь же у нас имеется санузел. Тоже мелочь, а приятно. Ну и, конечно, распланировано. Вот она, одна спальня. Слушайте, а хорошо сделали, да? Вот прям то, что доктор прописал. Я бы, наверное, себе сделал так же. Ну вот у нас спальня. Можем выйти на балкон, как говорится. Бесплатный вход через балкон, но часто полон риска он. Слушайте, мне эта сторона нравится больше, потому что здесь тишина, спокойствие. Слушайте, мне это реально нравится больше. А вот с той стороны мы с вами видим, где строится у нас как раз тот самый Хаят и так далее. Слушайте, ну классно здесь, да? Здесь зелень, тишина. Вот спальня хочется вот именно смотрела, чтобы на эту сторону. Поэтому, например, я себе рассматриваю именно вот такой вариант. Потому что, например, даже сейчас мы, например, с женой выходим, у нас тоже такая же сторона, и где балкон, и все. О, смотрите, хорошо, да, получилось.
Здесь, видите, сделаны под конвертер. Еще раз повторюсь, для тех, кто плохо слушает, здесь у нас обслуживание 50 рублей с квадратного метра. Данная квартира обходится в содержании как минимум в два раза дешевле, чем в жилом комплексе «Сокол», чем в жилом комплексе «Сочи Парк», и чем в жилом комплексе «Кислород», и чем в жилом комплексе «Аллея Парк». Притом цена 45 миллионов. В принципе, все, что нужно, сделано. Наверное, примерно вот такие квартиры вы себе ищете, а получаете подделку с AliExpress. И вот здесь, смотрите, тоже сделали, да? Еще одну сделали спальню, выделили. Вот это, кстати, для ребенка было бы самое то. Это хорошая спальня, она не маленькая. Ну, серьезно говорю, она не маленькая, хорошая спальня. А вот с этой стороны, мы с вами видим не что иное, а как санузел. Еще один санузел. Мелочь, а приятно. И да, здесь, видите, убрали балкон, сделали просто такое остекление. Я думаю, это, наверное, то, что доктор прописал, потому что когда там целая куча балконов, потому что два балкона же у нас осталось, и это получается кухня-столовая, кухня-гостиная. Вот, например, у кого там, например, два ребенка и так далее, или кто-то живет с нянечкой и так далее, вот вам бы этот вариант бы подошел бы лучше всего. Да, здесь нет вида на море. Но, ребят, здесь есть самое главное для семейных людей. Здесь есть у нас вид на ту самую детскую площадку. И посмотрите, детская площадка красивая, хорошая, современная. Даже нечего сказать. Это у нас историческое здание. Здесь ничего уже не построят, потому что нельзя здесь строить при всем желании. И, в принципе, все. Вот оно. Самое главное вот в этом доме, то, что в этом доме нет проблем. Всегда есть вода горячая, всегда есть электричество, все есть. Да, конечно, здесь есть туристы. А куда же деваться от этих туристов? Да, есть. Само собой, если бы я делал бы эту квартиру сам бы, да, вот можешь писать предыдущий видеоролик, я бы, наверное, все-таки, не знаю, я бы оставил две спальни, потому что мне больше не нужно. Я оставил бы одну спальню, оставил бы вторую спальню, оставил бы санузел, оставил бы так же, как вот здесь получилось бы, и гардеробная, и гладильная, все. Кстати, здесь это самый холодный угол. Вот так же бы все и оставил бы, да, чтобы ничего в глаза не бросалось. И вот здесь все-таки сделал бы большую, огромную кухню-столовую, кухню-гостиную. Но я знаю, что многие меня смотрят семейные и будут покупать именно из-за расчета, чтобы переехать всей семьей, может даже с папой, с мамой и так далее. Кто-то скажет, что за труба здесь? Эту трубу тоже все обыгрывается, все делается, потому что здесь же был у нас тот самый балкон, все здесь сделали, все здесь стяжку, все как положено. Ну не знаю, мне кажется, эта квартира, да, в 120 квадратных метров, ну это идеальная вот для того, чтобы вы могли себе взять. Кто-то скажет, блин, вид на море нету. Да ребят, зачем вам вид на море, когда дом находится на море? Зачем смотреть море с Донской, когда можно просто спуститься 300 метров вниз и все, и оказаться на море? Ну что лучше, видеть море или быть на море? Вот задайте себе такой вопрос. Слушай, ну 45 миллионов торга нет от слова совсем. Я себе ставил перед выбором 15 этаж взять за 47 миллионов рублей, да, мы смотрели, если не ошибаюсь, либо и это просто черновую, и либо взять уже вот такой вот вариант, да. Посмотрите, здесь даже окна поменены. Вот здесь, например, алюминиевые окна стоят. Здесь, кстати, еще балкончик имеется. Мелочь, а приятно. Два балкона имеются. Больше, наверное, и не нужно. А вот здесь, если бы было бы огромное желание сделать еще больше, можно было просто здесь лишиться этого балкона, и площадь стала бы еще больше. Да, кстати, здесь окна еще поменены. Закрывается хорошо. Блин, мне нравится. За 45 миллионов рублей это топчик. Топчик? Топчик. Знаете, что меня удивляет? Это холл. Холл реально просто огромный. Просто огромнейший холл. Вы можете представить? Просто огромный холл. Это просто офигеть можно. Тут же выход на парковку, как я вам и показывал. И в целом-то хорошо. Локация решает. В общем, можно говорить все, что угодно. Может, вам нравится, может, не нравится. Кстати, удобно с коляской сделано, чтобы можно зайти, выйти. Посмотрите, да, все удобно сделано. С резинками. Почему я не обращаю внимание? Ну, у меня же жена ходит гулять. Короче, надо жене сказать, давай, говорю, сюда пройдем вечером, посмотрим. Потому что есть определенные моменты, попозже вам скажу, что мне нравится, что мне не нравится. Ну, видите, здесь зелень, все красиво, все прекрасно.
На этом с вами прощаюсь. Всем добра, добра и пока.